Беспредел будет нарастать, если вы не научитесь грамотно защищать себя. Вот по идее каждому надо бросить все: работу, любовницу, отдых, там какие-то зарубежные поездки, дачи, вот это все побросать, все свои хобби, и заниматься только правозащитой. Вот если этого не будет, то все, вот мы как катились вниз, так и будем катиться. Ну, короче, не мы пользу, 1000 штрафов. Еще легко отделался. Тебя в камеру сразу не посадили. Вообще повезло. Так бы дали сейчас 15 суток, и все. И заехал бы. И прощай, работа. Не умеешь с этим общаться, иди с другими учись общаться. И не подходи к ней. Ей надо, пускай сама подойдет. А я последний раз работал 7 лет назад. Откуда я знаю, что там у вас на работе творится? Он это не сделал. А ты его на этом не поймал. А мне это тоже не надо. Тебе прогул или опоздание, что-нибудь влепит такое. Ну я тебе говорю, ты еще легко отделался. А мне сразу 5 влепили. Никто этого ничего не умеет, вот поэтому всех и это, по беспределу и это. Им не то, что пофиг, у них теперь на это пофиг есть кобура и пистолет на поясе. Ясно? Лишь бы человек работал, лишь бы он не занимался саморазвитием. Да дело не в том, что ты не услышишь, не услышишь, ты даже не пытался. Ну и что дальше, что делать-то будешь? А я дальше работать пойду в маске. А вы сразу ныряете в тему живых, и все, они вас как детей щелкают. Вот показательный пример, все будут на тебя пальцем показывать. Вот, смотрите, он не одел маску, тебе с каждым так будет. Наряд полиции, 19.3, неповиновение, да еще и штраф за маску, короче, все. И как только не представлялся, им пофиг. Им дали команду задержать, оформить и в камеру, все. Раз 10 так было. Чего-нибудь ему начинаешь говорить, вы не выполняете мои законы и требования. Какие? Я вам делаю предупреждение. Какое предупреждение? Какой закон? Все, я применяю к вам физическую силу. Наручники застрелят, хрящик, готово, все. И ты уже едешь в УАЗике. Это надо сидеть, изучать. А вот этим заниматься. Самообразование. Вот такая задница в нашей стране творится. Вот такая страна, Серега. Я 3 года назад говорил, что будет и как будет. Никто не верил. Вот, пожалуйста, пришло все это. Серега, это только начало. Алло. Да, здравствуй. Привет. Это Сергей, мы вчера с тобой разговаривали еще. Да. Ну, это. У меня еще возникли вопросы, можешь еще проконсультировать? Слушаю. Вот я сейчас составил волеизъявление, там где 4 вопроса, является ли суд суверенным, имеет ли суд право судить живого человека. Угу. Вот это волеизъявление распечатал. Угу. Вот волеизъявление о перенесении рассмотрения дела я почему-то не могу составить. Как можно там составить, написать будет? Вот определение, волеизъявление о перенесении рассмотрения дела номер такого-то об административном правонарушении в связи нужно будет указывать. Или можно просто... Я тебе вчера рассказывал несколько раз, как писать о переносе. Ну вот я не понял. Вопрос. Ручка, бумажка есть? Диктофон пишет? Да, нет. Диктофон не пишет, а ручка это, пишет. Ну а пиши тогда, что делать? Пиши руками. Так, пишу. Я хочу. Угу. Чтобы рассмотрение дела было перенесено на более поздний срок. Так. В связи с тем, как ты там говоришь, вот тебя типа ознакомили с материалами дела? Ну, дали возможность там сфотографировать какие-то моменты. И то, как бы я стоял там, что-то читал, и они типа, ну ты долго будешь читать, потому что типа рабочий день заканчивается. Короче, пиши. В связи с тем, что вам необходимо... Подожди. В связи с тем, что мне необходимо ознакомиться с материалами дела в полном объеме, в том числе копирование аудиопротокола на флеш-носитель. В том числе копирование? Аудиопротокола. Копирование аудиопротокола. На флеш-носитель. А также необходимо время для изучения данных материалов. И все, да? Ну, в принципе, все. А также оставлять уже под волеизъявлением вот это, без ущерба для меня вот это весь текст. Ну, оставляй. На каждом волеизъявлении. Да. Перед началом судебного заседания, то есть я зачитываю
вот это волеизъявление, что я живой человек, нахожусь здесь под принуждением, сохраняю за собой все права и свободы, хочу для тебя прояснить следующие вопросы, в первую очередь. Да. И потом уже зачитываю волеизъявление, вот это вот, которое... Переносе рассмотрения. Переносе, ну, можешь зарядить сразу. Вообще, самые первые протоколы, эти волеизъявления идут. Это вот это то, что ты назвал, самое первое. А дальше нужно обязательно это все фиксировать. То есть ты сам должен аудиозапись вести. И дальше тебе нужно требовать, чтобы они вели. Поэтому первыми идут волеизъявления, аудиопротокол, письменный протокол и видеофиксация. А потом уже все остальные. Так, понял. Ну, а допустим, если они вчера ввели же и аудиопротокол, и... Да какая разница, ввели они или нет. Я тебе говорю, как делать правильно. А со своей стороны требую от них. Они тебе даже могут сказать, что типа, а это пустое, мы и так все ведем. Неважно, все равно заявляй. Все понял, это понял. То есть в любом случае заявить... В любом случае каждую бумажку зачитываешь. Требуешь приложить к материалам дела и плюс еще потом через канцелярию это все запихиваешь. 3 экземпляра каждого волеизъявления это должно быть. А в итоге один только на руках остаться со штемпелем и с канцелярии. Ясно? А если они в канцелярию не пускают? На почту. Заказным письмом с описью вложения. Это уже получается после судебного заседания сегодняшнего, допустим? Да. Да, а как быть на почте? Вот меня на почте недавно пришло письмо судебное, то есть не давали мне без маски. Опять вызывать полицию. Так тут-то ты не получать будешь, а отправлять. Ну, такая аналогичная ситуация. Все равно я обращаюсь, они не отправляют. Другое отделение иди, в чем проблема? Ага. Не умеешь с этим общаться, иди с другими учись общаться. Попробую. У меня в моем отделении не то, что без маски, без паспорта все выдают. А, насчет еще предоставления персональных данных персоны. То есть я паспорт держу в руках, чтобы удостоверить личность персоны. Нет, да ё-моё, ты вообще мои видео не смотрел, да? Ну, мельком. Ясно, все что-то мельком спросят, а потом удивляются, почему у них ничего не получается. Никогда вот эту бумагу под названием паспорт ни в суде, ни где-либо еще, никогда ее из рук не выпускай. Угу. Ну, то есть просто предъявляю, как показываешься. В руках показываешь и все. И не подходи к ней, ей надо, пускай сама подойдет. Ну, получается, это вообще паспорт передавать вообще любому сотруднику, там, ни полиции, ни тому. То есть слушай, открой, если ты мне не веришь, открой последнюю страницу паспорта и почитай, что там написано. Угу. Ну, я читал, так уже... Ну, все, что ты мне вопрос задаешь? Я никому его не даю. Ну, все, тогда поселил Антон, благодарю тебя. Давай, счастливо. Добрый вечер, Антон. Привет. Здорово. Я тебе отправлял сегодня видео, аудиозапись. Не слушал ли? Нет. Чем дело закончилось? Ну, он во все волеизъявления отказал и рассмотрел дело, вынес как постановление. Ну, короче, не в мою пользу. 1000 штрафов. Еще легко отделался. Вот так вот. У меня там еще перед тем, как зайти в зал заседания, там конфликт спор возник с приставами. Я начал видеофиксацию производить. Вот они там на меня наехали, что я произвожу видеофиксацию. Ну и что, тебе пришлось выключить или что? Ну, я выключил потом, да, но я включил аудиозапись. Ага, молодец. Вот я хотел проконсультироваться у тебя, если бы ты послушал мне Я с удовольствием, но как? у меня видео надо монтировать, еще 5 штук. Так. Ну, как будет время, так как с тобой можно будет связаться, так когда ты Так. Давай как посмотрю. А что там слушать-то? Что тебя, результат не устроил? Не согласен, обжалуй. Ну вот я и хотел проконсультироваться, как дальше-то будет. Либо соглашайся, либо обжалуй через персону. А обжалование, то есть это будет уже просто в письменной форме? Или как это? Я даже не представляю, как дальше. Где проходило? В городском или в мировом суде? В районном. Районный суд. Районный. Города. Города, да.
городе. Что, Краснофимск большой город, что у него он на районы разбит или что? Да нет, небольшой, маленький городок. Краснофимск к какому городу относится? К Екатеринбургу или к кому? Свердловская область, город Краснофимск. А, районный суд городской, да? Угу. Так, ну, обжаловать, я не знаю, как там у вас. По идее, в это, вышестоящую инстанцию, апелляцию Ну вот я подавать. читал на сайте, там написано, что через их суд, через их сайт можно по типу обжалования. Это понятно, что через них. А куда вышестоящий? Какой? Екатеринбурга или какой? Вот этого я не могу сказать. Не знаю. Ой, ну я не знаю, как тебе защищаться, если ты даже таких вещей не знаешь. Узнавай. И если хочешь обжаловать, это долгий путь. Можешь даже до Верховного суда дойти. Только там могут отменить. А могут и не отменить. Ты готов вот это вот год потратить времени, чтобы это добиться? А? Ну да, конечно. Да нет, конечно. У меня столько времени сейчас не даже. Тогда у тебя есть выбор, либо тебе вот ты завтра выйдешь опять на работу, опять то же самое будет. Опять скажут, опять полицию вызовут, опять 19.3. Мне Но вот, я мне... просто, я даже не представляю, только, понимаешь, как... То есть там будет то же самое, как и в этом же суде, то же самое, просто вышестоящего. Да, везде одно и то же. Они все по беспределу делают. И вот, допустим, если я подаю на обжалование, там, то есть меня опять должны пригласить в суд. Да. Через какое-то У тебя, время. скорее всего, в Екатеринбурге будет, тебе туда ехать надо будет. Если не поедешь, без твоего участия рассмотрят. Ну, допустим, если без моего участия они... Тоже есть вероятность, что они рассмотрят, допустим, ну, в мою пользу или нет? Если там Есть будет, ну... вероятность, но смотря как ты напишешь апелляцию. Ты умеешь апелляцию составлять грамотно? Да нет, конечно, нет, Ну конечно. вот. Скорее всего, не это. Ну, ты можешь научиться. То есть это надо время потратить. То есть в интернете полно решений, полно апелляционных определений и т.д. и т.п. Это надо сидеть, изучать целыми днями. А если у тебя нет времени, если ты все время работаешь, то вот тебе, вот, пожалуйста, ловушка. Либо работай в маске, либо забей на работу и изучай, как обжаловать эту маску. А, вот еще какой вопрос у меня. А допустим, вот если меня пригласят там вышестоящий суд, повестка будет являться законным основанием, как сказать, ну, основанием, что меня с работы отпустили? Или мне нужно будет как-то за свой счет брать там? А вот это с работодателем выясняй. По идее, да, по повестке, все, у меня сегодня суд, все. Ну, как к этому отнесется твой работодатель, потому что сейчас уже все клали на все эти суды, и действует чистая коммерция. Ну, раз идешь на суд, бери отпуск за свой счет, обычно так говорят. Ну, в смысле, деньги там какие-то там за свой счет оплачу. Ну, да. Нет, ну, они меня, как сказать, обязаны отпустить, если я там, пускай даже напишу за свой счет там выходной. Да я не знаю, ты что, о чем ты говоришь? Я если работал, то работал без всяких нарушений. То в мое время, 7 лет назад не было такой вообще фигни. А я последний раз работал 7 лет назад. Откуда я знаю, что там у вас на работе творится? Что какой-то, как там трудовой кодекс Нет, я изменился? не вижу. Ну что, начальнику своему задай вопрос. У меня предстоит процесс. Если придет повестка, покажу. Антон, у отпустишь? Нас такой начальник, что... Ну, а я что сделаю с вашим начальником, который... Нет, ну, смысла нету с ним разговаривать вообще. Ну, а с кем есть тогда смысл разговаривать? Женщина на тебя полицию вызывает, с начальником нет смысла разговаривать. Я сегодня разговаривал, он мне говорит, что на работе тебе делать нечего без документов, то, что ты отсутствовал. Я говорю, так я же принесу повестку в суд. То есть у меня был суд сегодня. Он говорит, нет, мне нужно постановление суда якобы. Но придется ехать с утра в суд, забирать постановление. С утра тебе не выдадут, можешь даже не ехать. Изготавливаться в течение 3 дней. Мне сказали, я выпросил у них еще, они мне вообще изначально не сказали, просто ушли из зала еще. Я подошел к этому, тоже через приставов узнал, они мне сказали, что завтра, ну как в рабочий день с 9 там до скольки не работают, в любое типа время подходи, будет решение этого. У меня там, видишь, что еще, я когда документы распечатывал, редактировал,
Я там допускал ошибки в волеизъявлениях. Где там районный суд города, допустим, Красноуфимска, там надо было написать, а я в этот отредактировать забыл, и город Сургут там прописан был. Некоторые волеизъявления. Ну, это, ну как, а что ты хотел, у тебя времени сутки были, ты мог и не увидеть это все, там 22 документа. Ну, я это не все распечатал, там, допустим, волеизъявление о вызове свидетелей в суд, этого не было, там еще чего-то. Но самое основное, это там о протоколах, об аудио, письма и аудио. Я так понял, заседание быстро прошло, да? 20 минут. Ну. Может, даже поменьше. Он что, все волеизъявления отклонил или что? Все, да, все отклонил. А как он отклонил, устно или письменно? Устно. Я ему задал вопрос, вы мотивированные на отклонение даете в письменной форме? Он говорит, да. Ну, то есть это будет завтра, наверное, видно, как по... А, ну вот видишь, он тебя развел как это, как маленького, то есть по закону РФ, ты как ему в письменном виде подавал? Я сначала перед заседанием зарегистрировал в канцелярии, как это называется. А, ну вот, а в ходе заседания зачитывал, да? Только одно волеизъявление зачитал. Почему только одно? Ну, он перед началом, то есть он не огласился, там начинается судебное заседание, а просто там начал типа разбираться, там, что вот волеизъявление, такие-то. Ну, сам зачитывал. Не полностью текстом, вот так. Кто он? Да. Так надо было перехватывать инициативу, сказать, я хочу зачитать волеизъявление, и читаешь, и все. Угу. Ну, вот упустил этот момент. Мало, конечно, времени было на подготовку у меня вообще. Да дело не во времени. Меня ночью разбуди, скажи, все это, вот они сюда придут, допустим. Ну, у тебя все равно опыта побольше, ты с этим, у меня там намного меньше опыта, конечно. Хотя я интересуюсь, конечно, этим вопросом, но все равно. Нет, не придут они сюда. Ты что-то меня в смысле сбил. Короче, ты не зачитывал, да? Во, что я тебе хотел сказать? Нет. Короче, если письменно подается это по законам РФ ходатайство, то оно, вот это так называемая черная мантия, если в письменном виде подается, тогда он должен встать, выйти в совещательную комнату, там принять решение, напечатать постановление по данному ходатайству, вернуться и зачитать свое постановление. Он это не сделал, а ты его на этом не поймал. То есть вот в апелляции про это можно писать. Но опять же, ты сможешь это все грамотно обосновать. Ну, надо будет заниматься этим. А как ты будешь заниматься, если ты все время работаешь? Ты меня звонками задолбаешь, правильно? Ну, конечно. Ну вот. А мне это тоже не надо. Я тебя могу направить конечно, в определенном направлении, но тебе для этого нужно очень много времени потратить. А у тебя его нет. Mm-hmm. Вот такая страна. В любом случае, у меня сейчас же есть время на, да, то есть сделать выбор. То есть 10 дней у меня есть на это, правильно? Тебе хоть копию определения выдали? Ничего не выдали. Сказали все завтра. Ага. Ну, не факт, что ты завтра придешь, тебе что-то выдадут. Ну, это же получается все равно со дня с ознакомлением постановления будет у меня 10 дней. С момента получения на руки? Ну, с момента получения. Они тебя просто сейчас задергают. Ты с работы отпросишься, придешь, они скажут, еще не готово. Ты опять на работу. Тебе прогул или опоздание, что-нибудь влепит такое. Вот такая задница в нашей стране творится. Ну, короче, понял. Но я все равно посмотрю, все равно в любом случае будет 10 дней, да, то есть я хотя бы посмотрю там, что как там, и уже решу там, есть смысл мне дальше продолжать или нет. Смогу ли я, короче, хватит ли у меня силы времени и желания. Что я вот тебя сопровождать в этом деле не готов. Даже за деньги, там, даже за обоснованные суммы не готов. Потому что я слышу, что у тебя, как сказать, сила воли у тебя очень слабенькая. Во-вторых, mm-hmm. у тебя времени нет, потому что ты работаешь. В-третьих, даже если ты уволишься mm-hmm. и скажешь, все, я буду переть и так далее, у меня этого времени нет, понимаешь? Mm-hmm. Ну ладно, что, ничего страшного. Посмотрим. Ну, я тебе говорю, дальше. Ты еще легко отделался. У меня ни разу штраф не назначали. У меня ни разу не отпускали на волю. Меня сразу в камеру. К
прямо с суда? Конечно. Ну, это типа нарушение правил поведения в суде? Нет. Просто по беспределу. Вот когда первый раз задерживают, там, по идее, предупреждение. Второй раз уже штраф. Третий раз там, ну, двое суток. А мне сразу 5 влепили. Ну и как, по твоему мнению, долго еще будет продолжаться, ну, такой, как сказать, не такая атмосфера вот в этих структурах? Продолжаться. Серега, это только начало. Нет, я имею, ну, все равно же, то есть, как-то продвигается, то есть, не как раньше было, там, допустим, 5 лет назад. Все равно как-то какая-то информация должна как-то до них доходить. Зависит не от них, а от тебя. Если бы ты знал законы РФ, если бы ты знал, что такое ходатайство, что такое отвод, как правильно это все делать, и т.д., и т.п., и проявил бы свою волю там, и зачитал вовремя все, и, короче, вел себя правильно, ничего бы у них нет, и не проканал. Еще бы и на видео всех их заснял. И сам бы видеоролик выпустил. Ты умеешь видеоролики выпускать? Монтировать их, на Ютубе размещать, еще где-то. Никто этого ничего не умеет. Вот поэтому всех это, по беспределу это. Но у меня сегодня забрали телефон же, приставы, только когда я начал фиксировать. Это ничего. Так ты... Ну, зато я без маски, допустим. И на рассмотрении был без маски. Вчера телефон-то сегодня... вернули? Вчера телефон вернули. Ну, и сегодня тоже вернули, конечно. Сразу же. Ну, как сразу же. Я маленько с ними там поспорил, свое отстоял. Они просто в наглую говорят, типа, стирай видео и все. Я говорю, так на каком основании? Я говорю, если вы считаете, что я что-то нарушил, составляйте протокол. Ну почему, говорю, как бандиты-то действуете? Вы мне чем-то требуете какие-то, меня стирать, не стирать. У меня, может, там вообще ничего нет. А они всегда, ну, так действуют. В таком русле. Ну вот я как бы им и озвучил это, что ребята не правы никак вообще. А им пофиг? Я понял, что им пофиг. Им не то, что пофиг, у них теперь на это пофиг есть кобура и пистолет на поясе, ясно? Ну, все равно уже в каких-то моментах стрелять же не будет. Что? Я же все равно не сопротивлялся. Я тебе рассказываю, вот ты меня вообще ни хрена не слышишь. Я тебе вчера говорил, что это только цветочки, сегодня об этом сказал. И уже третий раз намекаешь, что это только цветочки. А ты меня не слышишь. Я об этом 3 года говорю. Я 3 года назад говорил, что будет и как будет. Никто не верил. Вот, ну, пожалуйста, ты... пришло все это. Нет, ну ты можешь озвучить, как ты видишь, что может быть дальше, как развиваться события? В отношении тебя или в отношении всех? Нет, вообще в общем в целом. В общем в целом? Да. Беспредел будет нарастать, если вы не научитесь это грамотно защищать себя. Вот по идее каждому надо бросить все. Работу, если там, я не знаю... Какие-то там любовниц, отдых, там какие-то зарубежные поездки, дачи. Вот это все побросать, все свои хобби, и заниматься только правозащитой. Mm-hmm. Вот если этого не будет, то все. Вот мы как катились вниз, так и будем катиться. Mm-hmm. Вот так оно, конечно. Даже вот, допустим, есть желание как-то, да, заниматься вот этим, отстаивать свои права. Работа, времени все равно не хватает. Так на это все и рассчитано. Специально гонят всех на работу за любую зарплату, за копейки, лишь бы человек работал, лишь бы он не занимался саморазвитием. А вот это еще тебе хотел сказать. То есть он сначала-то в начале рассмотрения дела, он ко мне обратился, как я его попросил, типа, обращаться ко мне, живой мужчина, хозяин Сергей, он так и начал обращаться. А в конце, когда я оглашал решение свое, то есть он мне говорит, вам все понятно? Я говорю, вы к кому обращаетесь? Он, к вам. То есть я говорю, вы обратитесь ко мне, как положено. Чего? Он так и не обратится. Обратитесь, говорю, ко мне, как положено. Как к человеку, живому мужчине, хозяину имени Сергея. Он так и не обратился. Ну, а дальше что, он не настаивал по поводу, понятно? Нет, не настаивал. Ты там хоть раз садился? Нет. А хоть раз сказал на вопрос понятное, да? Блин, ну на вопрос понятно, по-моему, вообще он не задавал такой вопрос. Вот, надо послушать видео, аудио. Ты же только что сказал, в конце спросил понятно. Ну, я вот в самом конце я ему и сказал, что вы к кому обращаетесь, вопрос задал. Он не говорит к вам. Я опять ему, кому к вам? Он там опять там что-то там, ну, Буторин там Сергей Александрович. Я говорю, это я им не являюсь. Я живой мужчина, хозяин имени Сергей. Прошу ко мне так обращаться. И он там, ну, как-то съехал-то, и все.
Ты сказал, прошу, это просьба. Он ее проигнорировал. Ну, может быть, ну, надо просто переслушать заново. Как конкретно? Я просто сейчас не могу вспомнить точно. Ну, так сам сначала переслушай, что ты мне-то отправляешь. Я-то точно услышу все. Ты попробуй сам сначала все услышать, все свои ошибки. Не, просто я могу их не услышать, то есть я-то посчитаю, что как бы вроде все нормально, вот я с такой точки зрения. Да дело не в том, что ты не услышишь, не услышишь, ты даже не пытался. Да я первым делом, вот если бы я записал, я первым делом пришел домой и слушал бы, раз 10 бы послушал, и все бы для себя выяснил. А потом бы уже кому-то на экспертизу отправлял. Правильная мысль или нет, или может еще какие-нибудь ошибки найдешь. А ты сразу отправил, все. И ничего не помни, что я там говорил, как говорил. Тебе даже не интересно. Вон, у Антона появится когда-нибудь время через неделю. Вот он, пускай слушает. А я дальше работать пойду в маске. Логично? Ну, логично. Ну, с твоей точки зрения логично, а с моей нет. Не, почему? Я все равно буду слушать сам, конечно. Ну, так ты будешь. Просто видишь, вот, допустим, вот вчера я в смысле, сегодня тебе звонил насчет волеизъявления, да? Вот я, когда смотрел видео, то есть я так понял, что когда при твоем судебном разбирательстве не велось аудиопротокол и письменный протокол, вот я поэтому думал, что ты поэтому делал волеизъявление. То есть а в моем случае у меня велся и аудиопротокол с их стороны, и, ну, и письменный. То есть я же не, как бы этого момента не знал. Ну, какая разница? И посчитал, что как, что не нужно делать волеизъявление, раз ведется протокол. А что ты делал вместо волеизъявления? Нет, я говорю, что я на это не обратил внимания. То есть я посчитал, что как бы так и должно быть. Непонятно, нормально. На что обратил внимание? Причем какая разница, был у меня аудиопротокол или не было? Ничего не понял. Нет, что я тебе говорю, что про волеизъявление о обведении аудио и письменного протокола. Да все равно надо было заявлять, я же тебе вчера об этом говорил. Нет, я и заявил, но я не собирался его доделать. Ты же мне подсказал сегодня, что по-любому надо делать его. Ведется он, не ведется с их стороны. А я на это не обратил внимания, потому что посчитал, что раз он ведется с их стороны, значит, это нормально, как бы. Я смогу затребовать у них это, письменный и аудиопротокол. То есть ты не... Так ты заявлял или не заявлял? И ты мне что-то мозги запудрил. Заявлял сегодня. После того, когда ты мне сказал, что это нужно делать обязательно, вне зависимости от того, что ведется он с их стороны или нет. Ну так и говори. А то мне ты мне пытаешься, я так понял, ты пытаешься донести, что типа, ну раз они ведут, то я не стал заявлять. Ну и что дальше? Что делать-то будешь? Ну вот я тебе и говорю, что сейчас буду решать. У меня есть время. Буду смотреть, слушать, думать. У меня есть время, да, на подачу апелляции. Смотрим. А волеизъявление на ознакомление с материалами дела ты подавал? Да. За штемпель у тебя стоит? А из канцелярии, это, конечно, стоит. А, ну так вот. Так вот, видишь, у меня еще такой нюанс. Я не соединил... листы волеизъявления, где там 2-3 листочка степлером не сцепил. И получается, они поставили штампики только на передней страничке, то есть, а следующие не ставили. Ничего страшного. А должны быть то есть ничего страшного? Да. Ну вот, получается, тебя не ознакомили с материалами дела. Это основание для отмены в апелляции. Плюс с черной мантии не удалялось в совещательную комнату при принятии решения. Ну, вот я и говорю, что как бы есть какие-то есть какой-то шанс, все равно как. Шанс это есть, но вопрос в другом. Ты сможешь грамотную апелляцию подготовить, чтобы обжаловать по ихним же законам? Ну, на данный момент, конечно же, нет. То есть вообще еще не подходил к этому вопросу. Ну вот. А это первый шаг. Изучить их законы и бить их ихним же оружием, ихними же законами. А потом уже, когда разберешься во всем этом, тогда только в тему живых залазить. Когда ты как рыба будешь в воде, как в их всех этих фикциях. Чтоб ты, надо сначала изучить этот весь процесс, как это все делается. А потом уже лезть в тему живых. А вы сразу ныряете в тему живых, и все, и они вас как детей щелкают. Ну, в любом случае, опыт нужен. То есть,
Ну, по крайней мере, вот я по себе, если считаю, то есть мне нужен опыт, непосредственное общение, то есть мне просто в теории это сложно. Ну, я тебе говорю, вот исходя из той информации, которая у меня есть, тебе вообще повезло. Тебя, во-первых, из камеры, тебя в камеру сразу не посадили. То есть тебе дали шанс на воле это все подготовить. Во-вторых, тебе там дали что-то сфоткать, какие-то материалы. В-третьих, тебе что там, ну, считай, это перенесли заседание. И в-четвертых, тебе вообще персоне штраф назначили. Вообще повезло. Так бы дали сейчас 15 суток, и все, и заехал бы, и прощай, работа. Так, кстати, еще я сейчас вспомнил, почему он отказ, ну, типа мотивированный отказ в отложении дела на определенный срок. Якобы, я же подписывал вчера, ну, документ, что якобы ознакомился с материалами дела. А я тебе говорил об этом, что не обязательно это будут использовать. Тебе подсовывают какие-то бумажки вообще, и хрен знает что. А ты ознакомиться с материалами дела, это знаешь, как делается? Это приходишь, от корки до корки фотографируешь, снимаешь видео, пролистываешь полностью дело от корки до корки. И вообще можешь там сидеть сутками и знакомиться ровно столько, сколько тебе необходимо. И плюс еще копируешь аудио, видео, там диски какие-то. Это все копируешь и можешь сидеть там сколько угодно. Время ознакомления с материалом дела не ограничено. А тебе просто показали, позволили там две страницы сфоткать, и все, и ты расписался. Ты хоть написал там, в каком объеме, сколько страниц, какое пронумеровано, ну, прошито, нет там. Ты же ничего этого не писал. Ну и вот, все. Вот я все подписал, только потому что... Ну вот, как детей делают, я тебе говорю. Ну что, будем заниматься? Я тебе говорю, выбор простой. Либо ты, вот тут два выхода всегда. Либо ты на это забиваешь, скребя совести, и идешь дальше работать в маске, потому что еще тебя там по-любому, все, раз тебе штраф назначили, все, этот точно у нас маску теперь оденет, все. Вот показательный пример, все будут на тебя пальцем показывать. Вот, смотрите, он не одел маску, ему штраф назначили 1000 рублей, все. Тебе с каждым так будет. Наряд полиции, 19.3, неповиновение, да еще и штраф за маску, короче, все. Не, ну сейчас-то уж неповиновение это уже не будет. Я сейчас-то персональные данные буду предоставлять. Да, ты что думаешь, ты если предоставишь, то не будешь, что ли, неповиновение? В чем будет неповиновение? Ну ты реально это. Детский сад, я тебе серьезно говорю. У меня по-всякому было. И предоставлял, и не предоставлял. И в носок паспорт прятал. И как только не представлялся, им пофиг. Им дали команду задержать, оформить и в камеру. Все. А дальше все зависит от тебя, как ты умеешь это право защищаться. Не, ну в моем-то случае бы такого не было, если бы я им просто персональные данные бы представил, ну, все, они бы просто протокол по 26.1 бы составили, все, я бы подпись поставил свою, написал бы там в объяснении. Возможно. Подожди, что ты мне рассказываешь? Я тебе говорю, это возможно, что не было бы. Это все вот от того зависит, кто там в погонах приехал. Если бы ему надо было бы, он бы тебя просто спровоцировал, и все, и любое там требование, и тут же, типа, предупреждаю, и все, физическая сила, поехали. Ты что у нас так, раз 10 так было? Что-нибудь ему начинаешь говорить? Вы не выполняете мои законы и требования. Какие? Я вам делаю предупреждение. Какое предупреждение? Какой закон? Все, я применяю к вам физическую силу. Наручники застрелят, хрящик, готово, все. И ты уже едешь в УАЗике. Что ты мне рассказываешь? Я сам все видел. Вот такая страна, Серега. Так это не только в нашей стране. Это везде сейчас. Сейчас это все нагнетается везде. Сейчас это каждого будут прокручивать. Ну что, у тебя вопросы? И второй выбор, это ты, я не знаю как. Как-то время находи, как-то время изучай. Смотри, сейчас информация очень валом в интернете. Как по 19.3 действовать, как по 20.61 действовать. Это надо сидеть, изучать. Не всякие там тиктоки смотреть, там телевизор, бухать там, я не знаю, там ходить в кинотеатры, кальяны там с друзьями курить, еще что-нибудь. А вот этим заниматься, самообразование. Ну посмотрим, сейчас мне, как я
Ну что, соображу. Смотри сам. Смотри. Дело твое. Конечно. Ну все, Антон, все, благодарю тебя за поддержку. Ну и благодарствую. Традиционный вопрос. Могу разместить разговор? Добро, добро. Благодарствую. Ну все, всего доброго. Давай, счастливо.